Один пьяный за рулем такого на дороге наворотит, что трезвым пилотам хоть караул кричи. Вперед, вперед садись! Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Комсомольской грузовую «Газель» атаковала то ли уже поддавшая, то ли успевшая с утра похмелиться встречная «Тойота». Не первой свежести «Карина», цвета перепачканной в грязи перезрелой вишни. От коварного удара в левый бок «Газель» налетела на припаркованную обочиной «Королу». Пилот «Шкоды» успел ударить по тормозам. В общем, тяпнул с утра пораньше Станислав Батькович добрую чарку адреналина, но легковушку свою увел из-под удара. Сегодня в 10:10 по нашему уральскому времени произошло ДТП, в котором чуть-чуть сам не пострадал. Вот у меня «Шкода» белая стоит. Еще бы немножко, я бы тоже бы пострадал, получается. Получилось так, что пьяный водитель на «Тойоте» Камри, по-моему, или Короноли, вылетел на встречную полосу, ударил «Газель». «Газель» от удара отлетела на «Тойоту», «Королу». И я чуть-чуть чудом тормозил, чудом не пострадал. Андрею Пономареву повезло меньше. Его угораздило оставить свою лошадку серой масти не в том месте и в невезучий час. Вышел на 10 минут, оставил ее на обочине. И вышел, она уже разбитая. Вот и все, в принципе, так получилось. То есть вам сообщают, что... Сообщают, что да, пьяный водитель, невменяемый просто. Выехал на встречную полосу. Столкнулся с «Газелью», «Газель» отбросила на меня, на «Тойоту». Виновник ДТП в посеченном осколками стекла и перепачканном пуховике, словно нашкодивший мартовский кот, прятался от укоризненных взоров недовольных мужиков с большой дороги в салоне своей разбитой в хлам «Карины», надвинув на голову капюшон. После долгих уговоров он, с трудом разлепив уста, послал вопрошающих на три буквы в ГАИ. Обращайтесь к медику. Газелист Суворов, вопреки ожиданиям, не роптал по поводу не вовремя доставленного груза. Он больше сокрушался из-за подбитости своего автомобиля. Автомобиль заводится, ну, разбита будка вся. Вся левая сторона у кабины разбита, бак порван. То есть вам двигаться нельзя? Мост выбит. То есть вам машине не на ходу? Да, нет, конечно. Чтобы не создавать пробку на ровном месте, гаишники зафрахтовали ту самую побитую «Газель», чтобы та стащила на обочину покалеченную «Карину». К счастью, в дорожной катавасии на Комсомольской ни душой, но телом никто не пострадал. Виновник аварии, хоть и выглядел поцарапанным и помятым, скорую не ждал и в больницу не рвался. Хотя дорожного агрессора заметно штормило, когда он уныло брел к автомобилю ДПСников. Впрочем, вел он себя прилежно и дохнуть перегаром в алкотестер не отказался.